очень приятно иногда выйти за пределы нашего, хотя и сложившегося, но уже так достаточно привычного друг к другу коллектива, и посмотреть, обменяться опытом с теми, кто вот работает рядом с нами. Связь здесь двусторонняя. Демонстрируя наш мастер-класс, показывая наших учеников, рассказывая, как мы работаем, мы ждем в ответ каких-то встречных советов, встречных идей, и периодически, конечно, мы их получаем. И даже те вопросы, которые нам задавали в рамках, скажем, круглого стола, на котором мы были, уже показывали нам, чем занимаются наши коллеги, и что, может быть, было бы интересно и нам узнать, и чем мы можем с ними поделиться. Программа была очень насыщенной, она была очень разнообразной. Здесь были представлены и мастер-классы, открытые уроки по сольфеджио, по ритмике, лекции по звукорежиссуре, не везде такое можно увидеть, очень интересные лекции по нотному редактору. И это не просто лекция, это был действительно мастер-класс, это такое было погружение, где можно было попробовать что-то создать, напечатать, с чем не сталкиваешься в других школах, на других курсах. Это первые курсы, где мы окунулись в живой такой педагогический процесс. Познакомились с очень творческими людьми. Изначально данные от Бога детям большие способности, это, конечно, замечательно, но это далеко не все. Еще важно, чтобы преподаватели соответствующего уровня были. Вот мы с вами познакомились и с вашими методами работы, подвигает нас на какие-то тоже собственные творческие достижения. Мне очень понравились ваши классы, как они оформлены. Меня удивили дети. Необычайно способные, они одаренные, они нацелены на успех, на творчество, на исполнительскую деятельность. Я даже заметила такой нюанс, находясь в буфете, дети обедали и обсуждали тональный план своей сонаты, которую они играли. Для меня это было просто удивительно. Преподаватели, которые показали открытые уроки и практику, и лекции, было очень все профессионально и насыщенно. Для меня на этих курсах самое главное то, что они сочетают и традиционные академические устои, так сказать, нашего преподавания, и новые методы, которые, может быть, с которыми я познакомилась только здесь. Вот, в частности, преподаватели-сольфеджисты показали блестящее владение классической методикой. И в то же время вот занятия по набору текста нотного для меня раскрыли совершенно новые грани и, может быть, даже в какой-то степени во мне самой какие-то новые возможности, что для человека, много поработавшего, довольно интересно и неожиданно. И в целом хочу сказать, что, конечно, курсы интересны тем, что они многогранны очень. И для теоретиков невероятно полезны, потому что порой мы бываем зашорены в своих каких-то традиционных методах. И увидеть работу мастеров – это всегда очень полезно и нужно для нас. Спасибо большое за блестящую организацию. Очень разнообразные показаны формы работы, методы работы, разные преподаватели по разным направлениям. Это просто замечательно. Просто спасибо большое за организацию этих курсов и прекрасно, что мы попали. На уровне мировых стандартов проведены курсы, с такой глубиной нам все подано. И особенно восхищает работа с маленькими детьми. Ведь не секрет, что мы берем в свои руки душу ребенка и где-то, может быть, даже влияем на его судьбу. Здесь есть возможность обменяться какими-то впечатлениями о жизни, музыке, какие-то итоги подвести. Может быть, даже иногда рассказать о каких-то своих проблемах. И это все делается не в формальной обстановке, а в такой полудомашней, более доверительной. И мне кажется, что это очень ценно и полезно всем. Это, в принципе, очень важно общаться между собой, чтобы наши школы, детские музыкальные школы, школы искусств, спецшколы, колледжи не замыкались внутри себя, а имели возможность обмениваться опытом, обмениваться всеми своими самыми лучшими яркими идеями, водить друг другу в гости учеников, устраивать какие-то совместные концерты и вообще иметь некое информационное поле для обсуждения насущных актуальных проблем. Для нашей школы, мне кажется, это выход на принципиально новый уровень, потому что благодаря курсам повышения квалификации мы можем сами внутри себя генерировать какие-то новые смыслы, какие-то новые идеи для, в том числе, и повышения квалификации нас, нашей школы, как организации, коллектива, преподавателей. Курсы повышения квалификации для нашей школы – дело, в принципе, новое. Но а
курсы для преподавателей теоретических дисциплин мы проводили впервые. И, честно говоря, для нас это был эксперимент и совершенно новый опыт, и мы волновались, как все получится, как совместить это с нашим учебным процессом. Был конец четверти, олимпиады, экзамены у 9 класса. И, тем не менее, нам удалось очень так плавно вписаться в учебный процесс и не помешать работе педагогов и сделать курсы максимально интересными. Но в процессе проведения курсов мы поняли, что мы показали далеко не все. Поэтому ждем вас в следующий раз.